широкое общественное внимание политическому заключенному, в том числе внимание средств массовой информации, это прямой способ сохранить жизнь человека. Петиция врачей и петиция адвокатов – это способ защитить человека в ситуации, когда государство к лишению свободы напрямую добавило пытки. То, что происходит с Навальным, то, что происходит с сотнями других политзаключенных – это пытки, это нарушение базовых прав человека. Поэтому честь и хвала врачам, честь и хвала адвокатам, которые не молчат и заявляют свою позицию. Они выполняют свой общественный и профессиональный долг. Поэтому каждое слово, высказанное вслух в защиту и поддержку человека, увеличивает его шансы выжить.